План интересной науки косой произведения отображений и косой произведения многообразия. Ну, косое произведение многообразия, это пространство. Здесь, понимаете, вы говорите... Сейчас. Да. Занимаюсь, я понимаю, что материальное расслоение со 141, как бы с восьмерочкой. Ну, можно и не без восьмерочки, но структура пространства, структура косого произведения. Есть проекция, есть база, есть там проекция, все понятно. А здесь у нас действует отображение еще на пространстве, у которого, в общем, прямое произведение – это частный случай косого произведения. И действие, сейчас я поясню, действие этого отображения – можно мне ответить? Действие этого отображения, оно согласовано со структурой пространства в каком смысле? Фактор, он полусопряжен с самим отображением F большое. Фактор полусопряжен. То есть такая нетривиальная проекция. Более перспективным является использование C-сопряженности. Ну, вот в тех... Те результаты, которые у меня есть на этот счет на настоящий момент, я считаю, что да. Спасибо.